В Богородске задержан адвокат из тех, которых называют решалами. За деньги, большие деньги, они обещают существенно облегчить участь подсудимого. В данном случае речь шла о почти 5 миллионах рублей за 5 лет условно. Деньги, по заявлению Следственного комитета, предназначались для неустановленных лиц, цитирую, из прокуратуры и суда. Взяли адвоката с поличным. Ваш коллега? Наш коллега, совершенно верно. Ну, что произошло? Ну, на сегодняшний день сказать, что произошло, у нас такой информации нет, мы и не располагаем. Подозреваемая получила от осужденного гражданина оставшуюся часть взятки в общем размере 4 миллиона 800 тысяч рублей за уже оказанное содействие неустановленными лицами из числа сотрудников прокуратуры и суда при вынесении приговора в виде наказания, не связанного с лишением свободы. На сегодняшний день на работу в адвокатскую контору она не вышла. Соответственно, я вам могу однозначно сказать, что задержана она не в конторе. Гражданин был осужден Богородским городским судом за совершение двух эпизодов мошеннических действий к 5 годам лишения свободы условно. При получении последней части денег в размере 520 тысяч рублей противоправные действия адвоката пресечены следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и ГУМВД России по Нижегородской области. За 15 лет работы каких-либо нареканий со стороны клиента, либо судейского аппарата на нее жалоб не поступало. Кстати, решение об избрании меры пресечения для обвиняемой принимали не по месту ее работы в Богородском районе, а в суде Московского района Нижнего Новгорода, и по решению Московского суда ее арестовали.